Всем привет, мои дорогие! С вами Таурус. И если вы сейчас это все смотрите, значит, наверное, сейчас на вашем дворе за окном. Вот сегодня прямо вторник. Хорошего вам вторника, друзья. Надеюсь, это будет правда так. Ну, а мы продолжим играть в Happy Wheels, проходить разные классные уровни. Последняя серия подарила нам несколько уровней и понимание того, что уровни могут быть разнообразными, что их можно перепроходить, что есть несколько способов добраться до финиша. Как-то раньше я и позабыл об этом. Так, ну мы-то идем дальше. И уровень называется «Это продолжает происходить!» Вот, именно так оно называется. А давайте-ка на вертолете, слушайте, потому что мы один раз играли на вертолете, но только в том уровне, в тот уровень, где и нужно было играть на вертолете. Так, что-то мне... Слушайте, а знаете что? Здесь специально сделали так, чтобы на вертолете далеко улететь не получилось. То есть высоко, видите? А, нет, мы можем лететь высоко. Это я гоню. Ну просто смотрите, в чем прикол. Сейчас, 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 сейчас все будет. Нет. Я просто о чем говорю. Я не знаю, какими должны быть уровни, чтобы можно было пользоваться человеком на вертолете. Я так не понял, это женщина или не женщина. Вот, но как бы там ни было, мы вот. Вот финиш. Такого не должно быть. Такого быть просто не должно. Поэтому мы берем Responsible Dead, потому что я вижу, эти ступеньки очень весело проходить именно с помощью этого человека. Уху! Я серьезно говорю, я обожаю такие уровни, потому что там скорость и вот, 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 давайте даже досмотрим. То есть сразу уровень перезапускаю, так неинтересно. Вот. Это очень круто, друзья. Зато можно отпрыгнуть и набрать такую скорость, что уху! Вот смотрите, мы сейчас на огромной скорости просто мчимся. Я не могу не играть в такие уровни. Это одни из моих любимых уровней. Это правда так. Уху! Сейчас все будет. Главное приземлиться туда нормально, потому что там нам нужны живые колеса и вообще. Твою мать, посмотрите просто, как здесь много всего и какая просто огромная скорость. Мать его! Женщина, сын, 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 сын. Что не так? Почему мы не долетели? Почему не долетели до финиша? Ёперный балет. Я не понял, как я голову потерял только что, но бывает. Чушь. Как будто в первый раз. Надо всего лишь выпить анальгина. Все поправится. Ох, я думал, что я сдох на самом деле. Ну, как бы да. Слушайте, может сейчас еще и долетим? Голова такая. Не могу просто. Сколько крови, господи. Это классно. Блин, ну реально можно в садиста, в маньяка превратиться с такой игрой. Так, цинишку, короче, выкинем. Вот туда он. Вот, чтобы он быстрее нас... я не хотел перекачаться за него, на самом-то деле. Давай, 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 давай. И летим, и летим, и летим. Поддерживаем высоту. Я не знаю, я все делал правильно. Меня не волнует просто. Что вы там мне говорите, что я там... Что-то делал не так. Что Таурус надо было долететь вот таким вот способом, а не получилось. Побег толстого человека. Отлично. Я люблю бежать от толстых людей. Да ладно. А чё он такой... Так, давайте выздоровеем немножечко. Чё он такой сильный? Там и дети, вы посмотрите. Они плачут, они молятся. Сейчас что-то произойдет. Я, короче, вас спас. Как минимум одного человека я сейчас оставил в живых, потому что я их подвинул туда ближе к краю. Ты кто такой? Ты не человек. Ты не толстый человек. Толстые люди такое не делают. О, здесь у нас нефть, да, добывает. Танкер какой-то. Или перевозят, точнее, уже в доках. Так, женщина, ты спаслась, теперь ты будешь моей женой, раз у тебя нет мужа. У тебя нет другого выбора, тебе нужна поддержка. Так ведь? Что ты сказала? Ты сказала, что ты его не забудешь? Ты не уверена? Ну, как хочешь. Что-то я разошелся сегодня. Так. Мы с... А, хорошо. Машинка-то на фоне. Слушайте, мне кажется, что что-то застряло в моих колесах, потому что... Я не могу ехать. Фак. Я не могу ехать. Давай, вперед, рожай же ж ты. Ага. Но поломка ног не помогла нам не ехать. А, все, теперь поехал или нет? Господи, жирный человек, это все ты со мной делаешь, да? Чего я не работаю? Давайте еще разочек. Потому что, блин, я просто не мог ехать.
Так, ну, в принципе, тут опасностей никаких нету, просто надо ехать, вот и все. Ну, кроме этого, конечно. Но кого волнует, что у нас нет ни рук, ни ног после таких манипуляций? Ну, кому нужна война? Никому, конечно. Фу. One gotta do for absolutely nothing. Ну что опять с тобой не так? Ну, на самом-то деле, я не могу управлять своим сегвеем, потому что у меня рук нету. Смотрите. Давайте пируэты какие-то, знаете, как в фигурном катании там или еще что-то. И сейчас такие оценки полетят. 10, 9, 8, 9, 10, 10, 9. Ладно. Я не знаю, я все делал правильно. Это как обычно. Так, может хватит уже нефть перевозить? Идите мне помогите. Ждем. А, женщину, короче, взрывной волной откинула, вот. Ну, это круто. У нас прям Голливуд такой себе. Так, разрешите мне вернуться на вот этот трамплинчик. Ну, не трамплинчик, просто мне нужно прыгнуть именно с него. Да что с тобой не так, уровень? Господи, если честно, тут что-то с управлением или я не пойму? Скорее всего, не пойму, но что-то, по-моему, не так. Сигвей Гай я, кстати, не так и сильно люблю, потому что, ну, какой-то он слишком простой персонаж. Теперь мы туда еще попасть не можем. Да. Давай, забирайся туда. Все, сейчас не торопимся. Все, сейчас просто ждем. Машина падает. Так, женщина, ты сказала, что ты не хочешь быть со мной. Теперь вешаешься на меня. Да нет уж! Ну что опять не так? Я разогнался, я прыгнул, хорошо, есть шансы. Все, нормально. Ребята, а вы знаете что? Это просто какой-то баг. Я снова не могу нормально разогнаться. Да что с тобой не так-то, а? Я жму кнопку вперед, он не едет. Прикиньте. Чё за глюки? Я ни хрена не пойму. Сейчас-то ничего точно не застряло. Нет, ничего не застряло. Все в порядке? Нет, он не едет вперед. Он тупо не едет вперед. Я ненавижу этот уровень. Я не знаю, это от уровня зависит или от чего. Я просто, блин, не могу ехать вперед. Все, он не едет вперед. Да что за хрень вообще такая? Может, это я жирный человек, который даже не может нормально поехать, а быстро устает? Не исключено. Но я не могу чисто физически пройти этот уровень, поэтому идем дальше. Так, снова рассвет мертвецов, только мы, по-моему, играли во второй уровень, а это первый. Вот. От того же самого автора, судя по всему. Так. Нет, это очень плохо. Опять Сигайгай, у нас в шее, кажется, что-то застряло. Боже, как же тебя согнула жизнь-то, а? Как тебя жизнь нагнула? Так, погоди. Я просто так пропускаю все. Ну, я понял, здесь куча зомби. Почему-то зомби зеленые. Ну, наверное, такие не должны быть. О, вертолет, надо было схватиться за него. Надо было схватиться, мать его. Так, ну это здорово. Мне кажется, это будет весело. Так ведь? Я думаю, это будет очень весело. Настоящий Голливуд, друзья, да? А, сюда, кстати, не надо было попадать. Ну, хорошо, что я об этом узнал, потому что я... Было у меня желание упасть туда вниз. Вот. Так, идем дальше. Теперь мы знаем, что нам нужно... Прыжок и хватаемся! У-ху! Слушайте, ну это... Да ладно. Да я же схватился. Нет. Где такое видано вообще, чтобы человек хватался за что-то, и у него отрывались руки? Ну что за это? Что это за игра? Это нереалистично. Нереалистично. Так, все, держимся, держимся, держимся. Вертолет улетает, спасает нас прямо из этого города, с зомбаков. Интересно, они верят, что мы не зомби, что мы не инфицированы? Это обычно военные в таких случаях открывают огонь. Вспомните Last of Us тот же, там, или какие-то другие там фильмы, например, про постапокалипсис там и заражениях. Так, мне интересно, я не могу влиять на траекторию вертолета вот своими движениями. Я могу еще пируэты выделывать. У меня ноги оторваны, а я не боюсь. Я на такой высоте. Вертолет. What the fuck with you? Вертолет. Вертолет. Утоли мои печали, вертолет. Так, может, мне надо прыгать? А, здесь финиш, кажется, был. Это если бы я за краешек каната схватился, тогда да. Ну что, забавно. Где нам еще предлагали покататься на вертолете, полетать, правда? Поэтому все так, как и должно быть. Мне кажется, или там...
Ну, на самом-то деле уровней еще достаточно много. Да, я думал, что может мы почти подошли к концу фичерт уровней. Там, кстати, еще один либо. О, четвертый Haunted Mansion. Мы только в позапрошлой серии играли в него. Опа! А вот по ошибкам я уже и соскучился на самом-то деле. Ну, как сказать, соскучился. Ошибки меня бесконечно радуют. Ну, кому нужна война? Никому, конечно. Да ладно! Так, ладно, нажимаю паузу и появлюсь, когда отлагает. Ну что, похоже, отлагало, тогда начинаем. Нам снова предстоит пробраться через этот страшный, страшный дом, поэтому если будет что-то страшное, если вы впечатлительны, боитесь скримеров, может быть и не стоит попадать в это место, полное секретов, тайн, крови, кишок и монстров. Нечистая сила, такая тишина. Хорошо. Я и думаю, как-то слишком все спокойно. Автор просто как помешан, да? Он целую серию уровней создал про этих розовых инопланетян. Ну, это и неплохо. Кстати, это как раз тот уровень, в котором много разных путей, куда можно пойти, как бы. Ой, как. Это как будто я вижу, что здесь рубили человека, да? Ты тварь какая, посмотри! Шкаф в террарию. Все, я попал в террарию. Пожалуйста, только не перевернись. Я этого не переживу. Какая же ты страшная хрень. Ёперный балет. Слушайте, на самом деле надо. Это нужно время, чтобы создать такую хрень, чтобы она функционировала, вела себя как живой механизм. Не очень, конечно, рабочий, потому что ее клинит по-страшному, но. У меня есть чувство, что мы не сможем теперь вернуться. А он, кстати, застрял немножко. А, застрял! Неудачник, неудачник. Сейчас мы тебя будем убивать. Давай, давай, сволота. Давай! Ой, какая тварь! Я просто представляю, как те розовые пальчики, вот эти щупальца приближаются ко мне. Это так неприятно, ребят. Ай, какая-то хрень. Ой, похоже, он мне сейчас этот, знаете, яд, короче, впрыснет. Как, смотрите, меня аж трясет всего. Как осы там или пауки обезвреживают свою жертву. Пауки скорее, да? Парализуют ее просто, а потом начнет меня накушать. Короче, это была ловушка, и в эту часть дома нам лучше не попадать. Не, ну уровень классный, правда. Вообще вся серия вот этих уровней. Тут ничего не скажешь. Сейчас будет крик. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Мне очень-очень страшно. Фу! Фу, какая хрень! Фу! Ай, как мразь! Ой, как неприятно! Как будто, знаете, много-много жвачки кто-то пожевал и выплюнул. Какой-нибудь Кинг-Конг. Ты не собираешься его выплевывать? Ой, слушайте, а там что? Что? Это глаза? Ой, с картин на меня смотрят глаза. Ё-моё. Вот, кстати, дышит хрень, дышит. Сволочь. Что за звуки? Пошли вы нахрен с такими звуками. Я и хорроров, блин, боюсь. Вы меня тут пугать собрались. Самое интересное, дом реально большой, и если вы хотите поиграть в Happy Wheels, я не знаю, я вряд ли буду проходить там по. Что, почему? Что-то произошло, да, с тобой? Надо было, я вообще хотел налево. Но дом очень большой, посмотрите, как много здесь путей. Это, видимо, последняя версия вот этой серии, последняя серия из Haunted Mansion, да? И автор постарался по-настоящему сделать. Спасти тебя? Я не смогу тебя спасти. Автор постарался сделать настоящий дом, большой дом, и можно пойти куда хочешь. Вот, короче, подвальчик такой. Какие-то они, по-моему, недружелюбные, да? Тихо. Что происходит? Такое ощущение, как будто это финальный босс из Контры, помните? Ой, какая хрень. Или как будто это гробоиды, блин, с дрожь земли, когда у них там куча. Ё-моё. Слушайте, я бы ещё поиграл на самом деле, потому что уровень просто обалденный. И не знаю, чисто из уважения к автору хочется играть, играть и играть в него. Хотя, несомненно, тут не только из уважения, а просто уровень очень интересный, классный, разноплановый. Ну, целый дом, вы просто посмотрите, как здесь много комнат, как здесь много всего, правда? Это очень круто, я так считаю. Вот, теперь давайте вниз пойдем. Там-то мы не были еще. Так, здесь у нас погреба, венцо там можно будет организовать себе. Что? Замерзшая какая-то просто хрень.
Только не говорите, что она со мной гонится! Ё-моё! Пошла ты нахрен, тварь! Тварь! Так, я под водой почему-то оказался. Акула! Ребят, мне кажется, что из всех уровней, которые я видел, ну, может, не из всех, допустим, много работы, уверен, над уровнем с кораблем, помните, где мы должны крабов добывать? Вот этот автор работал больше всего, потому что вы просто посмотрите, сколько здесь врагов, сколько здесь разных объектов. Это просто шикарный уровень. Дайте еще раз, последний раз, все, и будем на этом закругляться. Уровень просто шикарный. Как здесь много всего, и в каждой части дома есть на что посмотреть. И в каждой части дома есть какая-то хрень, которую тебе надо бояться. Поэтому надо что-то с этим делать. Срочно решать. Теперь давайте идем сюда. Да, я видел ваши глазки, милые. Это очень милое. Да, я знаю. Так, идем сюда. Вот эти звуки мне не нравятся. Что-то ломается, как будто за мной сейчас гнаться просто начнут. О, я влево хотел пойти же. Точно. Все, не дали мне влево пойти, ну ладно. Все, у нас одна нога. Жить можем, короче. Да, по-любому. Я забыл про него, ребят. Он обнимашки хочет. Хорошо. Тебя устроило то, что ты сейчас... Или ты хотел получить мой сегвей? Видимо, в этом и был твой зловещий план, правда? Но выкинул. Так, ладно. Давайте последний уровень на сегодня будет из уровней того же самого человека по имени Вайпер. Он создал очередной для нас уровень под названием Fort Taurus 2. И мы, конечно же, за него с удовольствием приступим. Ой, господи, зачем? Привет, Таурус, я сделал следующий уровень для тебя. Он гораздо легче, чем вот тот вон сложный уровень. Просто отдохни, и да... Я знаю, что тебе не нравится красный фон. Брат Нига будет тебе помогать. Но, блин, он же режет глаза. Я с ума сойду просто. Я знаю, тебе это нравится. Я сделаю это снова. Слушай, такое ощущение, как будто ты мои мысли просто читаешь сейчас. Матерь божья. Так, хорошо, пойдем. Давай. Хорошая работа, парень, но настоящие испытания только впереди. Поднимай свою жирную жопу и двигай вперед. Хорошо, пойдем. Брат Нига дерьма не скажет. Так, тихо. Хорошо, мудак? Как Джерк переводится? Я че, мудак? Один раз я все-таки тебе помогу. Когда ты зайдешь сюда, нажми на ускоритель... Быстро, назад, вперед, и веди себя хорошо в воздухе, ты до сих пор здесь. Давай быстрее, дуй дальше. Так, я ничего не понял на самом-то деле. Там очень много наших братьев на самом-то деле. Ладно, пойдем. Не, ну это круто, я буду играть до последнего, потому что это круто. Мы, кстати, можем даже без трамплинов двигаться, пожалуй, да? Можем ведь или не можем? Или здесь такой угол, что... Опа! Какие пируэты, а? Ах, господи, как же по глазам-то бьет! Не так! Я понял, ну там что вперед-назад. Ну я, в принципе, так и делал когда-то раньше. Когда жизнь была проще. Когда счастливые колеса были счастливыми колесами. Перем-пем-перем-пем. Так, погоди. Я вообще знаю, что надо в прыжке вот это вот сделать, да. Надо, наверное, в прыжке это все делать. Вот. Сейчас попробуем что-нибудь с вами совершить. Акт. Какой-нибудь. Так, все, спокойно. Проходим сейчас. И дальше. И вперед. Что со мной не так? Что происходит с моей жизнью? Так, давайте заново начнем. Вот, все. И сейчас прокатимся. Такое ощущение, знаете, что когда я начинаю больше стараться, не умереть, там, пройти уровень, то все получается хуже. А когда я иду, там, просто с огромной скоростью прохожу уровень, то чаще получается именно в таких моментах я прохожусь. Вот. Красота! Это просто нечто.
Давай, давай, давай! Нам нафиг не надо ничего. Вот, смотрите, взяли, сразу добрались до сюда. Вот, как надо проходить. Вот. Так, я знаю, на самом деле сейчас распрыгаемся чуточку. Раз, два, три. Так, дайте еще раз прочитаем, что нам толстый брат советует. Я, правда, не все там что-то получается мне перевести. И я могу перевести, в общем-то, неправильно. Вот в чем беда. А ничего. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Реализуем. Так, когда ты будешь заходить, нажми быстро... когда ты будешь заходить на акселератор, ускоритель, быстро назад-вперед. Ну, я сейчас нажал назад-вперед. И что? Я нажал назад-вперед. И ничего не произошло. Не знаю. Не знаю, что. Что-то в моей жизни явно не так происходит. Сейчас еще попробуем. Да что не так с тобой? Господи. Я должен туда попасть, друзья. Я должен туда попасть, черт подери тебя. Сына! Летим высоко. Кстати, мы можем обхитить. Ну ладно, не обхитрим. Так, хорошо. Давай, давай же, что ж ты будешь делать-то? Отлично. Я не могу пройти этот момент. Может, этот уровень и легче, но вот как раз этот эпизод, он не легче. Нет. Быстро назад, назад вперед. Я ничего не понял. Я не знаю, как туда попасть, черт подери. Сейчас, последнюю попытку. Сейчас сделаем все. Кстати, может быть, даже на уровень вайпера кто-то добавил свое прохождение видео. Можно будет посмотреть. Давай же ты, господи. Ой, господи, у меня же глаза болят на самом деле. Нет, я не хочу свой реплей смотреть. Да, глаза что-то... Глаза... О, смотрите, на самом деле уровень проходили уже. Кто ж-то проходил твой уровень, вайпер? Давайте посмотрим, как все это делается. Прикольно, знаете, когда надписи вроде как не посвящены, да? А люди играют и думают, кто такой Таурус? Наверное, какой-то известный летсплеер. Что? Да ты такой же нуб, как и я. Нафига прохождение загружать? На самом деле, я думал, что... Accurate replays — это реплеи, в которых человек прошел этот уровень. Я не знаю, что мне делать с этой бедой. И это все еще на фоне красного... На красном фоне. На самом деле, была бы у меня скорость побольше, я бы мог подпрыгнуть перед тем, как заползать в этот... Ну, короче, ускоритель частиц. Что-то с тобой не так. Ладно, сейчас все будет. Уху. Сына, ты мне мешал. У тебя слишком большой вес. О, смотрите, у меня рука здесь. Сына рука? Нет, это моя рука. Видели, какие пируэты я умею совершать? Конечно. Давай, давай, давай. Так, у нас одна рука. Хорошо. Чем меньше веса, тем лучше. Знаете, как на воздушном шаре. Когда ты нажми... Быстро... Ну, в смысле, клик на акселератор. Я имею в виду, не мышкой же на ускоритель надо должно быть, конечно, нет. Я ж мышкой просто на ускоритель. Ну что не так? Слушай, вайпер, смотри, такое дело. Ты можешь добавить, короче, свое прохождение этого уровня. Сохранить в реплеях. Тогда, когда я буду записывать там какую-то из следующих серий, я посмотрю, как ты это сделал и попытаюсь повторить. Вот, потому что, не знаю, ну не знаю, блин, как туда успешно забраться. Мне даже стыдно немножко, потому что было написано, что этот уровень гораздо легче. Ну вот это препятствие, я просто не знаю, как его пройти. А, ну погодите, где времени больше всего? А, тут времени завершения нигде нету точно. Так, может все-таки у него что-то получится. У человека, который оставил здесь свои реплеи зачем-то. Абсолютно ненужный никому реплей. Реплей. Рипли. Ну вот ты здесь. Ты пытаешься прыгать точно так же, как и я делаю. У тебя все равно ни черта не получается.
Да? В общем, Вайпер, ты меня услышал, да? Не знаю, видимо, я такой нуб, что нифига не получается. Ну что, ребят, получились классные уровни. Осадок, конечно, небольшой. Все-таки так хотелось пройти этот уровень. И так уже один не прошел. А этот, который намеревался быть уровнем полегче, я его не могу пройти. Там брат Нига меня ждет с какими-то советами. Серьезно, ставь реплейчик. Я обязательно попытаюсь еще пройти. Спасибо, что смотрели, друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии. Оставайтесь на линии, потому что нас, как всегда... Да, всегда остается что-то еще более интересное, чем уже было. Это подтвержденный факт.